Владивосток, 1 июня 2023 года. Здесь еще сохранился частный сектор, домики стоят. Здесь за адрес-то. Там табличка висит. Комарова 58. Вот этот дом большой. В этом доме есть хостел, вот здесь он находится. Вот двери черные, хостел. Комарова 57. Адрес здесь.
Уткинская, 46. Гостиница, что ли? Лестница наверх. Здесь столики стоят. Так, в ту сторону спортивная набережная находится. Можно пройти куда-то. Куда эта тропинка ведет-то? Ой, высоко. Может быть. Так, тропинка здесь вправо, влево и наверх. Сейчас попробую забраться.
гаражи какие-то. А это, похоже, гостиница какая-то. Там ТЭЦ-1 труба. Вниз. Что здесь? Есть какой-нибудь спуск? Спуститься непонятно, что здесь находится. Какой-то жилой дом, что ли? Спуститься туда посмотреть. Здесь сарай по левую сторону вроде. Какой-то дом жилой. Жигули стоят. Так, лестница вниз. Нерчинская 6. Вот дом. Нерчинская 4. Машины везде припаркованы. Владивосток. Автомобильный город.
Нерчинская 2. Там ремонтируют остановку. На этом месте недавно появились вот такие вот рисунки. В одно окно написано. Сегодня день защиты детей, и вот целыми группами гуляют с воспитателями. Или с учителями.
адмирала Фокина. Владивостокский Арбат. Заметил рисунок на двери учреждения. Здесь продается пянсе 120 рублей. Фасад стадиона «Динамо» ремонтируют, а здесь проходит празднование Дня защиты детей. Шатры здесь такие установлены. Какие-то игры с кубиками. А, тут пазл собирают. Бассейны, чего-то там ловят. Модельки танков здесь. Здесь чего-то плетут, там роботы. Чего-то рисуют тут. Тут домики разрисовывают. Тут чего-то камни разрисовывают всякие разные. Там фотозоны, ну и сцена. Давайте поаплодируем, друзья. Замечательный, яркий, танцевальный, инклюзивный коллектив. Года. Хореографическое искусство. Замечательный танец. Ну, во-первых, диплом победителя. Держите. Держи. И подарки, конечно же, нашим участникам под аплодисменты всех зрителей в этот праздничный, летний, солнечный день. Молодцы. Вот теперь можете отправляться по нашим площадкам, которых сегодня очень и очень много. Дружная Россия. Подпевайте все вместе. Хорошо, что есть ты и я. Хорошо.
Запомните, люди, слова этой песни. Семья — это значит вместе.